вам у новинарі ми дасте толіко детально звіставили о комплектному току в операції. Благодаря вам не только в Сербии, не только в России, везде знают об этой крупнейшей гуманитарной операции. Дякую вам, не саме у Сербии, не саме у Руси, не буду шире, знаю о вашій операції. Я хочу поблагодарить руководителей муниципалитетов Северного Косово. Желаем захвалить руководителям община на Северу Косово. И я хочу поблагодарить тех, кто стоит и продолжает стоять на баррикадах. Желаем захвалить онима, кто Йошовик, стоя на баррикадах. За то, что все они с пониманием восприняли эту гуманитарную операцию. За то, что с соразумеванием прихватили обу гуманитарную операцию. И благодаря всем нам мы можем сказать, что операция завершилась успешно. И захваливаючи своим нам, мы можем докажемо, да и операция завершена успешно. Вала. Можете сам окажете на другий конвой, о ком я било речи? Что это? Конвой, который выехал 10 декабря. Конвой, который кренул 10 декабря. Вчера достиг Ниша. И вчера достигал Ниш. И буквально в это же время начал разгружаться на складах. И управо сада отпочне из товар на складе, что там. Так что можно сказать, что вся операция с двумя конвоями завершилась. Так когда можем, докажем, да, комплектная операция с две колонны я завершена. Мы ожидаем, что прибудет еще самолет МЧС. Очекуємо, да, частіше ж єдин авіон МЧС. З которым в Косово будут переправлено медицинское оборудование и лекарства. Кое-что донати медицинского прему и лекове за Косово.